Все, запись пошла. Вот всем приветики. Вот со мной вот Фокси. Да, всем приветик. Вот, и сейчас мы будем проверять вот это вот типа прикол. Вот. Только я никого не люблю. Кстати, это с канала вот девочка демон. Вот. Типа вот ты живешь с 13 карт, ну и сейчас мы будем типа проверять. Вот. Сначала я первый, вот. Сейчас мы узнаем, кто мой лучший друг. А ну. Вот это подруга! Классно. Так, дальше. Ты кого я бешу? Ай, а я забыла, как ее зовут. И кто у меня тайно влюблен? Опять она? Нет, это какое-то совпадение или что? А ну, заново. Вару! Вару! А мне до этого пик вообще попадался по несколько раз. Я говорила, ты запись включишь, и оно будет тебе другие попадать. Ладно, теперь Кристина сейчас будем проверять. Так, я бы хотела. Кристина лучший друг. Вару! Ты дружишь с моим женихом, блин. А я хочу дружить с ним. Ну, если краска на тебя зеленая польется, это по-дружески. Так, кого ты бесишь? Что? Габриэль? Да. И кто же тебя тайно влюблен? Феликс! Мама, он до этого видеозаписи попадался. Я же говорю, вы очень похожи, так и оба. Можно? Нет, я не хочу. Хорошо, давай. Давай это. Это лучше? Нет, ты влюблена, тебя в тайну влюблена, моя подруга. Ладно, еще раз. Не, ну Данте, а чего, хороший тоже. Ну это получше предыдущего. Ну уже пол. Давайте меня проверим, типа, кто тайно меня влюблен. Ну, если попадется, ну пик, то я не знаю. Сейчас. Опять вона. Так, уже что-то вона, блин, попадается. Еще раз. Все. Включила запись, все, вона в мене твердо влюблена. Ну смотри, если третий раз подряд попадается, то я не знаю. Уже что-то новенькое. Еще раз. Так, у тебя влюблен. О, здрасте. Измена. Он решил полюбить тебя. Я натуралка. Еще раз. Это вывода, мне не попадается. Пацан, можно мне пацана? Не надо. Я верніть мені мого піка. Мені надо вару. О, зонтик. О, так ми похожі. Я не проти такого мужа. А я хочу вару. А ну-ка, Кристина, якщо ти вару попадеться, то все. Я хочу вару. Мій пік попався, Кристина. Ну він теж неплохой. Да, ну подумаєш, тобі от эту вот фігню кудись засуне. Мені пік! Та, диви, зонтик! Ще раз. Тепер він тобі попаде. Пік! Я все равно, блін, дождусь піка. Він вже в мене влюбився. А ну, Смирись з цим. Кристині, вару. Так як... Ніколь! Я не буду любити женщину. Ну, вообще-то, да. Давай ей вару. Давай! Хорошо, пик. Давай, я угадал. А сейчас кто будет? Дай угадаю. Вару? А, Габриэль. Прекрасно. Дайте мне вару. Что там у нас не очень получается. Хорошо, а если давайте мы за Диму? Да. За Диму. Ну... Вот его сейчас рядом нема. Кто Димин друг? Що, моя дівчинка дружить з ним? Та що ж вона преслідує нас? Кстати, хто знає, який зовут, напишіть в комент, а то я не пам'ятаю. Так, хто Діма, кого Діма бісить?
день, если у него будет такая девушка, то я не знаю, будет комбо. Лучша подруга, і вона бісить, ну, його, ну, точніше, ну, Діма бісить, типа, її, і це тайно влюблен. Это, давайте ще раз, это не може, это просто совпадение. Сначала Дімин друг, Ромео, о! Только если буде подыгрывать к нему, не удивляйся, він до всіх подыгрує, типа, типа, девушка, а твої родители случайно не пекарі? Нет, а что? Тогда откуда у них такая крошка? Да. Так. Это а ну, прикинь, Ромео. Не, Габриэль. Ну, хоть не Ромео. Он же меня любит, вроде. Вроде не, тебя любит Вару. Так я хочу его, Вару. Хорошо, давай. А прикинь сейчас на шаманю. Амдала, амда, гимда, амда, амдала, амда, хунда, амда. Дайте Кристине Вару. Вару. Походу, вона тебе любит. Та не надо. Я люблю Вару. Стоп, а это... Стоп, а я его путала с Габриэлем, а это не Габриэль, это кто-то другой. Ой. Ой. Еще раз. Давайте Вару. Боже, ви завжди навіть нас опять. Не Фелікс? Фелікс, та можна мені Вару. На тобі цю. Мені вона Дімина і моя, боже. Давай Вару. О, що-то новеньке, Курамаку, тобі подає він? Ні, мені на Вару. А хорошо, ми будемо... А може этот? Мені не Піку. Мне или Ус. Пика, или Вару. Ну, лучше Вару. Пика, помнишь, из ПНФ? Пика. Давай Вару. Не надо на цьому гуманоїда. Нам надо Вару. Вару. Так засунь собі цей цветочек собі в попочек. Или в свою п'яту... Та, все. А прикинь, зараз ми, от ми, наприклад, скажемо пік, а нам випаде Вару. Хорошо, пік. Та, тепер нас Ніколь прислідує. Класно. Вару. Та, хорошо. Габріель. Нам таки не попадався. Все, це в Кристину тайно влюблен Джокер. Та не надо мені цей клоун. Це Джокер, не надо тобі Джокер. Ні, не надо Вару. Вару. Зонтик. Давай мы сейчас вообще вот не будем никого просить. Вот нам никто не нужен. Та вони задовбали! Та що нам цього гуманоїда тить? І цю! Боже, знає, що ми хочемо. О. О, спасибо, хотів. А, так, стоп. А ми не приділилися, хто чей він? Він такий з жінчини. Дівчатки, що, блін, ну, успокойтесь. Я не чей, блін. Будете видивитися. Я вам эту фігню, що я держу. Ну, знаєте, куди я засуну. Так з самого начала. Подписчики думають, боже, скучно. Вару. Зонтик. Вару. Та, блін. Та дайте хоч його товару везде. Постоянно. Він і на усе, коли тайно влюблен в тебе, це Ніколь, блін, долбаная. Дайте хоч один раз Вару. Нет. Вару. Та не цього гуманоїда. Диви, нам не попадається Вару, все. Депресія в нулі, все, ми дієт інсайди. Ми дієт інсайди, все, бо тому що нам не попадається Вару. Іди Вару! А, іди! А, вот. Вару, там ближче! Хто? Хто? Нам попадається хто угодно, навіть дівчатки, но не он! Он особенний! Диви, о! Хочеш собі таку?
Девочку такую красивую. Голодную. О, та, ага, Вар, мы случайно. Попадись, Вар. Да что ты нас преследуешь? Все-таки в мене влюбився, так? Да? Нам попався Вару, наконец-то! А я ж обіцяла, що коли нам Вару попадеться, все, конец записи. Ну ладно, все, коли буде следующий прикольчик, все, ми запишемо, ми знайдемо. Все, пока! Ну, давай, говори пока. Пока!